Народ, всем привет! Снова я на канале про домкрат. Вот про такой ромбовидный. Это российский ромбовидный домкрат. Я уже однажды показывал на канале на своем про него. Вообще просто пушка-огонь домкрат сделан. Да, это у меня еще один домкрат на другой автомобиле. Вот я сейчас колесо меняю. Сделан вообще достойно просто. Это не реклама, это просто делюсь впечатлениями, чтобы вы знали. Может быть, вы стоите перед выбором ромбовидного домкрата. Сейчас полно китайских домкратов. Ну вот есть вот такая альтернатива, вернее, даже не альтернатива, а важный момент такой, да, что есть российский домкрат, еще сохранилось производство как бы домкратов. Сделан, блин, из толстенной стали, конечно же. Вот тут вот он завальцован. Вот здесь вот такая вот посадочная платформа, да. Ну, она под порог можно, можно под квадрат. Вот, классно сделан. Вот здесь вот он завальцован. Мощная ручка, которая не поломается, как на китайских домкратах. И вот этот вот шкив с резьбой, вот видите, он не слизывается, он сделан из каленой стали. И ни разу он еще не подвел. Он у меня уже в работе много как бы раз. И сделан просто достойно. Вот, присмотритесь. И он сварен, как-то собран классно, да, то есть его не перекашивает, вот смотрите, он не косой нифига, да, вот такая этикетка у него. Это вот я обзор вот делаю не для того, чтобы похвастаться или прорекламировать, а для того, чтобы вот мужики знали, потому что некоторые вот стоят перед выбором, какой же купить все-таки ромбовидный домкрат. Вот я купил однажды китайский домкрат ромбовидный, оранжевого цвета, там не помню какая фирма, какой производитель. Он, у него вот резьба сразу вот здесь вот слезалась на четвертом колесе, вот у нового, да, то есть я вот показывал, а этот вот, смотрите, моментально крутится. Сейчас я продемонстрирую, кстати, как я вот поднимаю машину, одной рукой снимаю, ну ничего страшного. Посмотрите, я сейчас ускорю съемку. Сейчас, секунду. Наполовинку состояние его поднял. Вот так вот отрыв колеса происходит. Вот. Видите, вот его не перекашивает, все ровно, ничего не ломается, никаких проблем. Ну и сейчас вот ключиком, кстати, вот таким крестовым ключом лучше всего откручивать колеса. И вот стоять он может, и ничего, он не упадет никуда. Вот, друзья, кому понравилось, оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь, много интересного еще увидите. Всем пока. Thank you.